Яш, да ты же знаешь, у нас лучшая артиллерия в мире. Да Гитлер к нам даже и не сунется. Мы стена, точно? Ну да, побоится. О, кого это принесло? Сейчас увидим. Яшка, Томик! Васька! Васька, здорово! Здорово! Ну ты красавец какой, дай-ка я тебя обниму, Васька! 2 года тебя не видел. Томик, а ты прям как слоник. Ладно, зато глаз алмаз. А вы что, это на каток, что ли, собрались? Да вот, Артём тащит меня, давай покатаемся. Ну давай покатаемся, не могу его отказать. Я бы с вами. Так давай с нами. Да? Ждите тогда меня здесь, я только с отцом поздороваюсь. Ну, подождем, конечно, беги. Ага. Ждите! Давай, поехали! Товарищ секретарь Центрального комитета ВКПБ Иосиф Виссарионович Сталин, разрешите доложить? Хорошо, докладывай. Курсант Качинской краснознаменной военной авиационной школы Василий Иосифович Сталин представляется по случаю окончания школы. Молодец. Вовремя прибыл. Присаживайся. Обедать будешь? Я скажу, чтобы накрыли. Да нет, спасибо, пап. Я лучше с братьями на каток. Погоди, погоди. Ты что, отца родного хочешь обидеть? Да я на тебя погляжу. Сынок. Да, пап. А ты уже летаешь на самолетах? Ну, конечно. А? Все выше, выше и выше. А уже знаешь, где служить будешь? Ну да. 16-й истребительный авиаполк 57-й авиабригады. Ну, это здесь, недалеко, в Липецке. Вот как звание-то получу, сразу выезжаю по месту службы. Это хорошо. Выпей. За семью нашу выпей. За тебя, пап. За Светку Пупка. За Яшку. За Артема. Ну и за маму нашу покойную. Я сказал, за семью. Зачем ее вспоминаешь? А я ее всегда помню, пап. Что, пить за нее не хочешь? Сам заставлял, и теперь не хочешь? Ты хотел на каток? Ну да. Ну иди. Конечно, скучно со стариком. Иди. Спасибо, пап. Иди. Да. Спасибо. С Ворошиловым соедините. Клим, позвони в Липецк, в 16-й истребительный полк и скажи мое распоряжение личное. Никаких поблажек для Василия не делать, никаких послаблений. За все спрашивать по всей строгости. Все. Васька, да брось ты. Ну что ты на отца обижаешься? Он же такой, ты его знаешь. Суровый. Эх, братцы, одичал я в своей артиллерийской школе. Да? Девчонок совсем не вижу. А здесь посмотри, какие красавицы, а? Яш, тебе какие девушки больше нравятся? Ну, я даже не знаю. Может быть, вон та черненькая. Черненькая? Больно пухленькая. И кулачки тяжелые. Не поцеловать. А вон, вон, смотри, рыженькая. Как тебе, а? Хороша. Ну, ты в девушках понимаешь, я смотрю. А Васька наш ни бельмеса не понимает. Дуется, как мышь на крупу.
А вот это моя будет. Смотри. Ну что, готов? Готов. Оп. Вы что, хулиганите? Отпустите немедленно. Не тормозите, а то упадете. Меня Вася зовут, а вас? Вы знаете, когда мы остановимся, вы получите по физиономии. Ну, значит, тогда мы не будем останавливаться. Вас ведь Галя зовут. Я угадал? А вы что, меня знаете? Значит, угадал. Галя, а давайте чайку попьем. С пирожками. Я вас угощаю. Давайте. Да? Пойдемте туда. Ну, а чай сделайте, пожалуйста. Сейчас сделаю. Да, это я вину свою заглаживаю. Ну, чтоб по физиономии не получить. Все готово, молодые люди. Забирай. Спасибо. Спасибо. Держите. Горячий. Да. Галя, вы студентка? Угадал? А вы что, из цыган? Mm-mm. У меня папа грузин, а мама русская. И какую же профессию мы осваиваем? Я учусь в полиграфическом, на редакционно-издательском. Ух ты! Наверное, много книжек читаете. А я вот как-то спорт больше люблю. Хоккей, футбол. Вон он, смотри. А мы его ищем. А он с девицей чаи гоняет. Ну вот и отлично. Повеселел наш Васька. А вы где учитесь? А я уже закончил. Я летчик. Да. Вот скоро должен получить звание младшего лейтенанта. Каждая девушка мечтает, чтобы у нее кавалер был летчиком. Галя, а может прокатимся еще кружочек? Галя, я... Галя! Галя, стойте! Галя! Галя, а где вы живете? Я живу на Кирова, это бывшая Мясницкая, знаете? А дом какой? Ну, мало ли я захочу прийти к вам в гости, неужели прогоните? Нет, почему же? Чаем всегда напою, дом 11. Галя, а давайте сбежим? А давай. Яш, как думаешь, война скоро будет? А тебе повоевать хочется? Да все только про войну и говорят, и я теперь только про нее и думаю. О девушках лучше думай, чучело. Знаю, но все ж не уходи, тебе я говорю, наш уголок, нам никогда не тесен, когда мы вновь, то в нем цветет весна. Прошу вас, входите, присаживайтесь. Еще не спеду столько песен. Устно. Еще звенит, да. Каждая струна. Сумасшедший сегодня день, правда? Ты ешь давай, ешь, 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 ну-ка. С катка и сразу в ресторан. Слушай, откуда у тебя столько денег? Таксисту ты червонь заплатил. Ресторан. Ты брат или что, курсант, или прикидываешься? Прикидываюсь. Я московский озорной гуляка. В переулке каждая собака знает мою легкую походку. Каждая задрипанная лошадь головой кивает мне навстречу.
Для зверей приятеля хороший, каждый стих мой. Душу звери лечит. Официант, еще нам принеси. О, Есенина, ты знаешь. Курсанты совсем распустились. Да. А я думала, что летчики только Маяковского изучают. А я кого хочу, того и учу. Ну-ка, пошли. Пойдем танцевать. Давай. Ну и зачем ты меня сюда притащил? Не уходи. Здесь все такие распупыренные, а я в свитере, бритузы. Они смотрят на меня, как на пугало. Кто? Все. Галя, ты здесь самая красивая. И пусть они вообще задавятся от зависти. О, сейчас фокстрот закажу и станцую. Давай. О, простите, товарищ капитан, простите. Курсант, ко мне. Смирно! Почему в это время вы находитесь в ресторане? А? Кто разрешил? А? Устав не знаете? Не жмет! Я напомню. Толик! Что такое? Прости, Леночка. Курсант должен находиться в казарме. Кругом марш. Пойдем, Леночка. Чего не ясно? Орел. Капитан, что ты нарываешься? За бабой лучше своей смотри. Ты что, сопляк? Патруль! Я патруль! Чего стоим-то? Бежим! Это быстрее, Галь! Давай быстро вызывай. Патруль! Я не отставить! Толик! Держи его! Держите, держите! Ах ты, сука! Ах ты, говнюк! Ты узнаешь, кто я такой. Я тебя под трибунал. Капитан, галифе свои держи, сейчас ты в них наложишь. Отставить, капитан! Отставить! А ты заткнись, щенок! Проверьте у него документы, они наверняка фальшивые. Руки убери свои! Спокойно, граждане. Что тут стряслось? Кто порядок нарушает? Капитан, можно вас? На секунду. Да отпустите вы его. Ну и какие документы? Есть у вас, курсант. Ну все, пропал парень. Курсант Качинской военно-авиационной школы Сталин Василий Иосифович. Это какой Сталин? А у тебя их много, что ли? Если там написано, что мое отчество Иосифович. Так ты... Так вы сын товарища Иосифа Виссарионовича Сталина? Это аферист! Дети товарища Сталина по ресторанам не шляются! Разберемся, граждан. Слушай, капитан, позвони, пожалуйста, по этому номеру. За мной приедут. Василий Иосифович! Василий Иосифович! Прошу садиться. Ногах, правда, нет. Спасибо. Садись. Ну все, все. Товарищ. Что? Василий Иосифович, я
Зачем ты мне подножку сделал, майор? М? Подлючий ты человек, выходит. Извините, Василий Иосифович. Виноват. С каждым случается. Минутку. Ваш номерок. Пожалуйста. Слушай, капитан, пусть они сваливают отсюда. Кто они? Ну, капитан летчик и майор этот толстопузый. Плохо им придется. А я им зла не хочу. Вообще-то это верно. Жизнь человеку сломать легко, а вот склеить трудно. Угу. Так, собрались, взяли своих подруг и по норам забили, чтобы вас видно и слышно не было. Быстро отсюда. Быстро. Спасибо. Одевайся, живей. Лялечка, бегом. Здрасте, Николай Сидорович. Что случилось? Да ничего страшного. Где они? Ну, я попросил, чтобы их отпустили. Но сам виноват. Уходи. Ну, нельзя курсанту ходить по ресторанам. Товарищ комиссар государственной безопасности третьего ранга, разрешите доложить? Проваливай отсюда и держи язык за зубами. И моли Бога, чтобы я тебя больше никогда не видел. Быстро. Есть, товарищ комиссар. За мной. Поехали. Сам тебя отвезу домой, иначе спокоен не буду. Николай Сидорович, тут такое дело, я, в общем, не один. Я с девушкой. С какой девушкой? Ну, Галя. Мы только сегодня познакомились, на катке. На катке, говоришь? Угу. Ну ладно, поехали. Галя, поехали. Проходи. Давай мне. Ты когда улетаешь? Завтра. Во сколько? 14:00. Здравия желаю. Здравия желаю. Понятно. Ну ладно. Отправляйся спать. А я девушку Галю, мы с почетом отвезем домой. Не волнуйся. Чуть не забыл. Держи. Галя, я обязательно тебя Всё, найду. Поезжай. Слышишь? А кто родители, Галя? И сама чем занимаешься? Папа в кремлевском гараже работает, а я в полиграфическом учусь. Сколько тебе лет, дочка? 19. Ну и где ты этого обормота подцепила? Почему я? Это он. Ну, в смысле, познакомился со мной. Ну, конечно, он. Понятно, что он. На катке. На катке, говоришь? Да, вот. Сегодня, значит? Да. Сегодня. И ты сразу с ним в ресторан, и к нему на ночь глядя домой собралась, да? Эх, Галя, где ж твоя девичья гордость? Ты, наверное, комсомолка. Что? Комсомолка. Ну, конечно, узнала, что Василий сын товарища Сталина, и решила сразу брать быка за рога. Я не знала, что Вася сын товарища Сталина. Только в ресторане узнала, когда документы проверяли.
Ты девушка симпатичная. Я вижу, порядочная. Я не хочу тебе неприятностей. Забудь про этого рыжего обормота и не вспоминай. Для твоего же спокойствия и благополучия. Он поматросит и бросит, и будут тебе соломенные страдания. Он не такой. Дочка, ты с ним познакомилась только сегодня. Я его знаю, когда он еще сопли на кулак наматывал. Поэтому слушай, что говорю. Забудь про него навсегда. Это приказ. А если он сам тебя разыщет, он адрес знает твой? Нет, не знает. Ну, найдет. Я его знаю, он может. Тогда дашь ему решительный и окончательный отворот-поворот. Договорились? И не обижайся. И не вздумай нас обманывать. Мы за тобой приглядывать будем. Видишь, какой добрый комиссар госбезопасности Власик. А ведь мог бы и по-другому. Я мог бы... Ну да ладно, лучше тебе этого не знать. Будем считать, что ты все поняла правильно. Да? Ну и хорошо. Поехали. Преднамеренный штопор – это фигура высшего пилотажа. Но вам еще об этом рано думать. А если случится непреднамеренный штопор, товарищ майор? Младший лейтенант Луньков, специально для вас и для вашего одаренного друга Гущина. Запомните, самолет срывается в непреднамеренный штопор только при грубейших ошибках летчика. Не будет ошибок – не будет и штопора. А все-таки, как лучше выводить самолет из штопора? Для выхода самолета из штопора необходимо быстро и до отказа отклонить педали в сторону, противоположную вращению самолета, а ручку удерживать в нейтральном положении. Через полвитка отдать ее от себя и после замедления вращения и выхода самолета из штопора вернуть в нейтральное положение. Только учтите, если самолет находится в штопоре более 500 метров, все, кранты. Из штопора вывести его невозможно, даже и не пытайтесь. Но ты же говоришь, что этого никто не сделает. Говоришь или нет? Ну, говорю. А ты слышал, что майор Прудков сказал? Он сказал, что из штопора выйти после 500 метров невозможно. Уж он полетал, дай бог, каждый. А я тебе говорю, что я выйду из штопора после 500 метров. На что спорим? Ну, хочешь на месячное жалование? Жизнь свою в месячное жалование оцениваешь? Толь, подожди. Давай по-гусарски, а? На литр коньяка армянского, 5 звездей. Я этот коньяк при вас из горла выпью. Идет? Серег, ну чего он к тебе пристал? Ну скажи ты ему, что ты молчишь? Вась, с тобой точно чокнуться можно. А если ты разобьешься, а я что, до конца дней буду жить виной за твою смерть? Нет, я с тобой спорить не буду, все закончу. Серег, ты меня хвостуном назвал, а я за свои слова привык отвечать. Я вот выйду перед строем полка и назову тебя балаболом и трусом. 100 лет потом отмываться будешь и не отмоешься. Ну ладно, спорим, черт с тобой. Спорим. Толя, разбей. Нет, я в этом не участвую. Толя! Нет! Толя, стой! Тяну вас! Толя!
пьяный, что ли? Не могу знать, товарищ майор. В машину садился трезвый. Что он выделывает, гад? Он же сейчас в землю врежется. Может, он у вас машины, что ли? Пускай садятся. Младшему лейтенанту Сталину трое суток гауптвахты. Сосна, сосна, я береза. Да ему это гауптвахта, как с гуся вода. Я бы на месте командира поостерегся. Отчего это? Младший лейтенант Василий Сталин пожалуется самому товарищу Сталину? Сосна. Да он-то, может, и не пожалуется. А вот в штабе бригады или округа доброход и сигнал подать найдутся. Командир полка, майор Прутков. Самодурствует. Ладно, все. Вы тут философствуете без меня. А я пошел разбираться. Проверь еще раз. Васька, черт! Ну что, живой? Да жив я, куда я денусь? Хана тебе, Василий. Еще секунда, и хана тебе, Василий. Я же сказал, что я сделаю. Я сделал. Я тоже как-никак Сталин. Ну что, гони коньяк, деятель. Ну ты безбашенный совсем. А ты видел, как я взлетел? А ты когда вот так вот пошел, я совсем разобьешься. Хана бы тебе была. У меня душа в пятки ушла. Не было бы вообще бы тебе. Нормально все. А ведь скажут, что командир полка, майор Прутков, ради собственного самоутверждения придирками преследует младшего лейтенанта Сталина для того, чтобы командование знало, что он ничего не боится и никого не боится, а также для него нет авторитетов. А в результате страдает молодой, талантливый летчик, который, к тому же, является сыном вождя всех трудящихся, товарища Сталина. Что ты скажешь комбригу, когда он тебя вызовет? Или командующему округом? А ведь вызовут, Федор Максимович. Ей-богу, вызовут. Сам ведь знаешь, в какое время живем. Людей из-за ерунды из партии гонят или еще хуже. А тут сам сын Иосифа Виссарионовича, соображаешь? Да тебя из-за одной только перестраховки по стенке размажут. А тебя не размажут. Ты комиссар. С тебя первого спросят за моральную атмосферу в полку. И меня спросят, и меня размажут. Мы теперь с тобой в одной упряжке. Я уже ничего не соображаю. Послал Господь подчиненного. Что ж делать теперь? А ничего не надо делать. Ничего не случилось. Тебе не доложили, ты ничего не знаешь, ничего не видел. А если он опять какой-нибудь номер выкинет? Мне что, полком с закрытыми глазами командовать? Придется, Федор Максимович. Куда не денешься. А если бы он разбился сейчас? Тогда бы нам всем хана. Ты вот что, Федор Максимович.
отправь бригаду представления на досрочное присвоение младшему лейтенанту Сталину звания лейтенанта. А? За что это? За какие такие подвиги? А вот тебе доложили на плановых полетах, что машина самопроизвольно вошла в штопор. Он нет, чтобы выброситься с парашютом, а изо всех сил, рискуя жизнью, стал спасать машину. И спас. Ну, как-то рановато ему еще в лейтенанты. Да ты представь! А я подержу. Молодой, перспективный летчик, подвиг совершил. Пора ему двигаться дальше. Интриган ты, товарищ комиссар. Ох, интриган. Да нет. Скорее дипломат, товарищ командир полка. Дипломат. Вась! А? Слушай, тут такое дело, в общем. Ну, приземляйтесь, чего вы? Выиграл. Серег, мы с тобой толком не спорили, Толя же не разбил. Мы с Толей так решили. Выиграл, получай. А вы что, это, обижаетесь? Да чего на тебя обижаться? Твой папа Сталин. Тебе-то за это ничего не будет. А нас бы за такое под трибунал. А тебя еще и по головке погладят. Интересно, кто это погладит? Младший лейтенант Сталин, комиссару полка. А ты говоришь, сынок. Товарищ комиссар, младший лейтенант Василий Сталин по вашему приказанию прибыл. Хочу сообщить вам, Василий Иосифович, что мы посоветовались с командиром полка и решили направить в штаб бригады представление о досрочном присвоении вам звания лейтенант как перспективному летчику, обязанному идти на повышение. А ребята? Какие еще ребята? Ну как, звено мое. Младшие лейтенанты Гущин и Луньков. Они же мне тоже помогали, морально поддерживали меня. Они тоже заслуживают поощрения. А то как-то несправедливо получается, товарищ комиссар. Что несправедливо? Ну, несправедливо поощрять одного Василия Сталина. Сразу подумают, что подхалимничают батальонный комиссар Полукарпов и майор Прутков. А вот если поощрить группу летчиков, молодых, перспективных, это же совсем другой калинкор, понимаете? Свободен, младший лейтенант! Есть свободен! Умный, соображает. Галину Бурдонскую не знаете? С редакционной издательской. Галка-то? Да. Ну? Да она с Анькой только что тут где-то была. Да вон же они. Люб, ну не расстраивайся. Мы сейчас что-нибудь придумаем. А, спасибо, ребят. Не за что. Ну что, готов? Полетели. Да мы придумаем. Что я же не виновата. Обязательно придумаем. Что теперь делать? Толян, смотри. Девчонки на третьем курсе, а все равно за двоек плачут. Опять ты? Да не из-за двоек. И вообще не знаете, так и говорить нечего. Да. Да что у вас случилось-то? Да у Любы документы не приняли. Какие документы, Галь?
Да какие? Вот Люба пришла документы подавать. Она хочет на экономический. На экономический. А документы не приняли. Говорят, без аттестата мы не берем. Да. А где аттестат? Да. Она что, 10 классов не закончила? Да закончила она. На одни пятерки я закончила. На одни пятерки она закончила. Да, ну а где аттестат-то? Так не выдали, вот справку только дали. А сказали, аттестат потом выпишут, когда не в школу поступит. Они еще почему-то не привезли их. Ну откуда привезти-то должны? Да из РАНО, из РАНО. Вот только справку выдали. А здесь говорят, мы справки не принимаем, требуют аттестат зрелости. И все, завтра последний день сдачи документов. А получается год. Целый год пропадает. Так, тихо. К декану ходили? Ходили мы туда. Пускают нас к декану. И вообще говорят, что этими делами только приемная комиссия занимается. Да, ладно. Фамилия как? Суздалева Люба. Любовь. Да. А отчество? Отчество Люб. Какое? Ефремовна. Любовь Ефремовна. Хорошо, ладно. Вы тут пока лясы с Толяном поточите, а мы тут с Любой сходим кое-куда. Иди, иди. Все будет хорошо. Давай, давай. Бегом, Люба. Меня Анатолий зовут. Галина. А как зовут прекрасную незнакомку? Аня. Очень приятно. Прогуляемся? Товарищ декан. Подождите, подождите, товарищ, нельзя сюда. Видите, совещание идет. Товарищ декан, мне нужно с вами поговорить. Вам же сказали, я занят. Ничего, отвлечешься. Я сын товарища. Сообщите ему. Сын Сталина. Так, слушай меня внимательно. Люба, иди сюда. Здрасте. Фамилия абитуриентки? Суздалева. Суздалева, Любовь. Ефремовна. Запомнил? Да я что, мне никто не доложил. А кто я? Тебе доложили? Так точно, Василий Васильевич. Да сядь уже! Вот паспорт. Справка. И справка. И смотри, не дай бог, она отличница не поступит в институт. Лично позвоню и узнаю. Пожалуйста. Бюрократы хреновы. За мной, Люба. Ага. Сейчас все сделаем. Сейчас все сделаем. Девчонки! Люба! Люба! Ну, представляете? Ну, что? Меня секретарша декана проводила в саму приемную комиссию. Так. Ну, что? И что, и что? И сказала взять мою справку и заявление. Спасибо вам большое. Да ладно. Ну, когда с деканом по-человечески, тогда и он по-человечески. А вы всегда такой решительный? Или только когда за девушками ухаживаете? С деканом разговариваете? А? Его зовут Василий по кличке Красный. Так точно. Ну и куда мы теперь все? А мы с Галей собирались к моему брату на день рождения, в Салтыковку. Хотите, поедем с нами? У вас что, кавалеров нет? Ни за что не поверю. А мы их не позвали. Мы их в другой раз позовем. А вы не хотите прогуляться? С удовольствием. Любаша! А? Ну что, думала, Вася Красный забыл тебя? Думала, не найду? Думала, найдешь. Вася, в Салтыковку. Галя, порежь, пожалуйста. Я не понял, ты куда? Ну, сухую, давай, ребята. А я не знаю. Давайте. Нужно порезать и вот на тарелку. Бери тарелку и на нее сейчас все будем складывать. Давай. Потом надо колбасу и рожок. Я тогда яйца подчеркну. Порежь, пожалуйста. Петька, я тебе так скажу. Ты отличный мужик и, так сказать, друг. Спасибо, что вы с Аней нас пригласили сюда. Еще я хочу тебе сказать, что... Да ладно, Толь, угомонись, слишком много болтаешь.
Петь, ты действительно хороший парень, но я хочу выпить за наших девушек. За настоящих, боевых, подруг. Верно я говорю? Правильно, правильно ты, Вась, говоришь. Петь, ну ты не обижайся. Не обижайся. Чего мне обижаться? Я за девчонок всегда рад выпить. Ну что, троекратно ура? Ура! 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 Ну что у нас тут? Так, закуси. Тебе помочь? Нет, спасибо. Что, не доверяешь летчику-герою? Рассказывай, как вы тут? Очень доверяю. Только все уже готово. Да? Ребята! Ну что, давайте к столу. К столу! Идем, идем. Ой, давайте, я не понял, мы сюда есть пришли, что ли? Танцевать-то будем? Ой, я хочу танцевать. А то Патефон стоит, скучает. Толик, заводи. Икс. Ага. Петя, а пригласите меня танцевать? Прошу. Анечка, разрешите? С радостью. Вы знаете, какая у нас важная и опасная профессия? Конечно. Ты такая красивая у меня. Вот так бы и танцевал с тобой 100 лет. Вот так просто. Вот заявление. Почему это Сталин? Ну, потому что я Сталин. Угу. Как это вы Сталин? Вы соображаете, что вы говорите? Ну, конечно, я соображаю. Я же не говорю, что я Ворошилов. Я говорю, что я Сталин. По-моему, это логично. Тоже мне шутники. Документы покажите, пожалуйста. Держите. А вы прямо сейчас хотите? Да, прямо сейчас хотим. А товарищ папа, простите, товарищ Сталин, он знает, он не против? Подождите, а зачем ему вообще об этом знать? Я что, несовершеннолетний? Ну как? Ну это же товарищ Сталин. Ну как же вот вы не понимаете? Я вот вас распишу, и меня потом... Послушайте. Да? Если вот вы нас сейчас не распишете, то вы точно больше здесь работать не будете. Вы сейчас себя ведете как настоящий враг народа. Препятствуете образованию советской семьи. Вот я сейчас позвоню куда нет, надо. Нет, пожалуйста, никуда не надо звонить, товарищ Сталин. Гражданка? Я. Ваш паспорт, пожалуйста. Паспорт давай. Спасибо. Спасибо. Вот, пожалуйста. Ну вот. Ловко вы. Можем мы вам помочь? Да. Не, не надо. Нет. Мы с Анечкой. Мы сами. Как-нибудь сами разберемся. Женился наш Василий Иосиф Виссарионович, бросил академию и уехал в Липецк на курсы КМСКов.
Ты знал, что у него появилась девушка? Знал, Иосиф Виссарионович. Беседу с ней провел. Какую беседу? Чтобы забыла, выбросила дурь из головы. Я думаю, дурь в голове была не у нее, а у нашего Василия Красного. Что за девушка? Галина Николаевна Бурдонская, студентка полиграфического института, на третьем курсе учится. Девушка приличная, я посмотрел за ней некоторое время, ни в чем предосудительном замечена не была. В деканате факультета дали очень хорошую характеристику. Красивая? На мой вкус, Иосиф Виссарионович, я бы не сказал так, чтобы... Ну, красивая? Нет, ну красивая, конечно, красивая. Русская? Русская. Вот это хорошо. Только русская может вытерпеть нашего Ваську Красного. Где теперь живут? Они сразу в Липецк уехали. Даже свадьбы не было. Я уже думал обижаться. Почему отца не позвал на свадьбу? Ты поручи там, чтоб присматривали за молодой женой, чтобы она не нуждалась ни в чем. Конечно, Иосиф Виссарионович. Ладно, ступай. Скажи Поскребышеву, чтобы зашел. Слушаю, Иосиф Виссарионович. Пиши телеграмму моему Ваське. Ты не спрашивал разрешения у меня. Женился? Ну и черт с тобой. Жалею ее, что вышла замуж за такого дурака.